Игра возобновлена. Неужто? Ну? Месторождение минералов выработано. На связи. Вызывали? Война на пороге. Готов к трансформации. Смело. Ладно. Принято. Я создан для битвы. В бой или домой? Приказ получен. Скорее в атаку. Хорошо. Никто не вечен. Ха-ха! Что такое? Начать бомбометание. Мы
мы присоединимся к охоте на Талдаримов. Жакул и Нак. Умно. Какова твоя воля? Сумрак согревает меня. Я всего лишь видеть. Неужто? Да, командор. Связи. Неужто? Thank you.
Лот вызывали? Вызывали? Улучшение завершено. Хорошо. Непременно. Улучшение завершено. Ну? Да, командор. Уже в пути.
одиночку. Бой или домой? А как же? Неужто? Что такое? База атакована. Будет сделано. Покинуть корабль. Дело сделано. Забираем артефакт и летим навстречу с Валерианом.
Вы что, не видите? Рейнор нас продал. Нам нужно драться с Доминионом, а не работать на него. Не кипятитесь. Мы доверяли командиру раньше, должны доверять и сейчас. Как можно доверять этому алкоголику? Джим Рейнор – бесхребетный трус. Ты только тем и занят, что отравляешь всем жизнь. Да что ты говоришь? Ничтожество. Доверять можно только себе. И чем раньше вы это поймете... Ну все, довольно. Ты водишь всех за нас, да, Джимми? А при первой опасности ноги в руки и бежать. Это так похоже на тебя, да? Вспомни меня и их, твою ненаглядную подружку. Делай того, о чем потом пожалеешь. Что он прав? Что я от вас сбегу? По твоей воле мы работаем на Доминион, командир. А сейчас мы летим на Чар? Тебя словно подменили. Доминион тут ни при чем. Наша миссия — спасать людей. Если зерги всех сожрут, значит, все было зря. Поэтому я возвращаюсь на Чар. Со мной вы или нет, решайте сами. Так было всегда. Вот это слова настоящего командира. Довольны? Теперь за работу, ребята. Надеюсь, этот разговор больше не повторится. И почини мой чертов проигрыватель. Помогите. Кто-нибудь.
Ну, как тут у вас дела, шеф? Гораздо лучше. Командир-то снова у руля? Да и наш новый друг, прекрасный принц, порадовал меня чертежами улучшенных крейсеров. Я уже провел несколько интересных модификаций. Обязательно посмотрю. Там, куда мы направляемся, нам понадобится вся огневая мощь. Давай-ка обсудим дела. Готов рассказать мне, что с тобой последнее время творится? Последние несколько недель, когда я помогал тебе со всеми этими разборками, я, наконец, почувствовал вкус свободы. Но все это катится к черту, когда ты вдруг начинаешь строить из себя героя и впрягаешься в то, на что лично мне плевать. Тогда к чему были все эти разговоры о помощи человечеству? Чем ближе мы подбираемся к этой твоей королеве клинков, в общем, дела не всегда идут так, как нам хочется, Джимми. Ты мне нужен для этого задания, Тайкус. Доверься мне. Ради нашей старой дружбы. Ладно. Ладно, я с тобой. Молодчина. Как в старые времена. А вот и мистер Рейнер. Чем могу помочь? Ты целыми днями сидишь здесь и наблюдаешь за всеми. Скажи, что ты заметил? Кроме того, что Тайкус пьяница и саботажник. Если бы только это. Посмотри, как он злится и завидует тебе. Он борется сам с собой и все равно поступает против собственной воли. Увидишь. С вами Донни Вермиллион. В прямом эфире из студии UNN на Кархале. Тревожное известие. Пропал наследный принц Валериан. Да, Донни. Он должен был выступить на презентации нового крейсера «Белой звезды». Но церемонию пришлось провести без принца, поскольку он таинственным образом исчез. Правительственные источники отказались прокомментировать происходящее. Как бы там ни было, мы надеемся, что с принцем все в порядке.
О, да. Ваш мальчонка в полном порядке. Пока что. Все еще против нашего союза с Валерианом? Мянг стал безжалостным тираном. Но это не значит, что сын пойдет по его стопам. Я прошел с вами через огонь и воду, сэр. И сейчас я не оставлю вас. Рад слышать. Этот союз продлится недолго. До тех пор, пока мы не достигнем цели. И кстати, хорошо вы отделали Тайкуса. Он уже давно напрашивался. Командир, все готово к последней операции. Наступлению на главный улей зергов на Чаре. Когда операция начнется, отступать будет поздно. Проверьте готовность солдат, командир. Близится решающая битва. Теперь у нас есть Один. С ним мы пробьемся на студию UNN на Кархале. Когда Один уничтожит охрану, мы пустим в эфир компромат на Менгска. Это будет самое громкое шоу за последние годы, после которого нас, вероятно, попытаются стереть в порошок. Итак, сынок, у нас в руках последний артефакт. Можешь собирать игрушку хоть сейчас. Спасибо, командир. Отличная работа. Вы оправдали все мои ожидания. Думаю, преимущество теперь на нашей стороне. Хотелось бы верить. Когда мы высадимся с этим артефактом, логово Керриган, нам останется надеяться только на удачу. Не вижу повода для волнения. За вами будет вся мощь флота Доминиона. А, ну да. Новость о нашем налете на Волгалу еще не дошла до Доминиона. Они не знают, что Одина угнали. Пришлось задействовать все возможные связи, но Одина с Тайкусом я на поверхность выгрузил. Мэтт, ты гений. Сложно представить, чего тебе это стоило. И не представляете, сэр. Я намерен прижать Менгска любой ценой. Они ведь все еще ждут Одина на студии UNN для съемок передачи. Именно. И мы их не разочаруем. Одином будет управлять Тайкус, потому что он единственный, у кого есть опыт. Он создаст элемент неожиданности, и как минимум несколько минут доминионцы будут метаться, а мы в это время нанесем удар. Точно, воспользуемся замешательством и построим базу. Командный центр для этого мы уже позаимствовали. Коварный план, Мэтт. Мне нравится. Если Тайкус во время атаки нанесет доминионцам достаточный урон, то отправить передачу в эфир будет сравнительно просто. Помните, у нас будет всего несколько минут, прежде чем доминионцы поймут, что Одином управляет Тайкус. После этого они стянут сюда все силы, чтобы остановить нас. Как бы там ни было, мы устроим Менгску веселое шоу. Пора начинать. Я взломал сеть службы безопасности Доминиона. Отправляю координаты их основных сил. Тайкус, можешь начинать погром. Думал, ты никогда не попросишь.
Можно мне его оставить? Сейчас будет жарко и больно. Мощно. Один вышел из-под контроля. Повторяю, один вышел из-под контроля. Вывести робота из строя. Внимание, пилот Одина! С вами говорит генерал вооруженных сил Доминиона Ворфилд. Приказываю вам остановиться, или вы будете уничтожены. Султана. Никогда не сдавайся. Сейчас будет жарко и больно. Рагнарок-н-ролл. Сейчас будет жарко и больно. Мне нравится. Мощно. Надеюсь, эта штука застрахована. Рагнарок-н-ролл. Дорогу слонам султана. Мне нравится. Дорогу слонам султана. Сейчас будет жарко и больно. Надеюсь, эта штука застрахована. Они подняли тревогу. Скоро меня отключат от системы. Не торопи, мальчик. Имею я право получить удовольствие от работы? Мощно. Сейчас будет жарко. Надеюсь, эта штука застрахована. Рагнарок-н-ролл. Мне нравится. Рагнарок-н-ролл!
сдается. Надеюсь, эта штука застрахована. Сейчас будет жарко и больно. У нас кончается время. А, у них тоже. Не наводи панику. Замечен беглый ходник! Мне нравится. Дорогу сломал. Надеюсь, эта штука застрахована. Мне нравится. Дорогу слонам Султана. Доминионцы переключились на шифрованный канал. Я больше не могу отслеживать их расположение. Но я получил доступ к внутренней сети UNN. Теперь нашим бойцам нужно будет задержаться у каждой из станций на некоторое время, чтобы можно было отправить передачу. Чтобы выйти в эфир во всех секторах Доминиона, нам нужно будет удерживать каждую станцию достаточно долго, чтобы загрузить данные. Захватить и удержать станцию может любой боец. Менгск не будет сидеть сложа руки. Нужно торопиться. Игра приостановлена. Игра возобновлена. Кого подлатать? Есть работёнок. База развернута. Передаю управление вам, сэр. Пощупаем-ка эту крошу. Выкладывай. Какая прелесть. Можно мне его оставить? У меня есть для вас сюрприз. Торы будут помельче Одина. Но они более шустрые. А мощность выстрела у них, дай бог, каждому. Пользуйтесь на здоровье. Самого большого мне оставьте. Я царь Пушка! Я уже дождался! Пощупаем-ка эту крошку.
готов. На твой счет. КСМ готов. Подишь ты. Достаточно минералов. Ну да, конечно. Пристройка завершена. Недостаточно минералов. КСМ готов. А? Чего пугаешь? Пути. КСМ готов. Есть работенка. Как скажешь. КСМ готов. Что стряслось? Ура! Сверхурочные! КСМ готов. Будет сделано. Улучшение завершено. А? База атакована. КСМ готов. Какая прелесть. Можно мне его оставить? Кого подлатать? Пощупаем-ка эту крошку. КСМ готов. Сейчас рванет!
Командуй из огня. Только свинь, меня на всех хватит. Игра приостановлена.